областном доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная проведению регионального этапа международной премии «Мы вместе». Ее участниками могут стать российские и иностранные граждане в возрасте от 14 лет, некоммерческие организации, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. О том, как подать заявку, рассказали начальник управления молодежной политики Минспорта Омской области Андрей Бем, руководитель ресурсного центра развития добровольчества Галина Моисеева, директор городского студенческого центра Ольга Демидова и лауреат молодежной премии губернатора Омской области Юлия Афонькова. Когда мы говорим о премии «Мы вместе», достаточно сказать, что победители этой премии получают награду лично из рук президента Российской Федерации. Это, безусловно, огромное внимание со стороны средств массовой информации. Это культивирование лучших практик. И для отрасли очень важно, когда выходят те самые сборники, которые собирают лучшие добровольческие проекты со всей страны. Здесь можно сказать, что премия – это действительно самая масштабная, самая главная премия в сфере добровольчества в нашей стране. И тем почетнее стать ее победителем и обладателем. Далее участники пресс-конференции подробно рассказали о структуре трех предлагаемых организаторами конкурса треков – волонтеры, НКО и бизнес. В каждой из этих категорий предусмотрены свои номинации, и в этом году появились весомые новшества. В частности, сумма субсидий возросла до 3,5 миллиона рублей. В этом году есть возможность одному заявителю подать несколько заявок. Это очень упрощает нашу жизнь, потому что мы знаем, что каждый волонтер за свой добровольческий опыт уже накопил и часто имеет несколько проектов, и бывает невозможно выбрать, какой проект подать. Вот сейчас есть уникальная возможность все свои проекты, которые вы хотите развивать в дальнейшем, подать на эту премию и, возможно, стать ее победителем. Ольга Демидова и Юлия Афонькова рассказали о своем успешном опыте участия в конкурсе и посоветовали мечам быть настойчивыми и целеустремленными в продвижении своих проектов. Подать заявку можно до 12 июня на сайте премия «Мы вместе РФ».